Доброе утро, товарищи. Мы рады видеть вас, действительно рады. Вы сказали реализовать в группе. Какие упражнения я должен делать, чтобы это было эффективным, а не чтобы еще один день прошел, и мы не особо преуспели? Не очень добиваемся успеха. Не очень успешно. Потому что вы все еще думаете, что что-то может прийти от меня или напрямую от Творца. И поэтому вы ждете, ждаете чего-то. И мне жаль, что такие мысли и желания, ожидания, я бы так сказал, ожидания есть в вас. Нужно связываться друг с другом и приходить к состоянию атаки. Чтобы вы связывались между собой и не просто говорили друг другу каждое утро, насколько вы хорошие, так вот гладили. Да не, вы можете гладить друг друга. Этим вы как раз и делаете атаку на злое начало каждого из вас. И из того, что вы связываетесь выше злого начала каждого из вас, выше эго каждого из вас, вы хотите достичь Творца. Вы знаете, что я чувствую лично? У меня страх нанести вред товарищам. И в результате у нас у всех есть такой страх, и поэтому мы себя так ведем. Обними товарища. Обними. Ничего не поделаешь. Если ты можешь физически, или на словах, или в мысли, как хочешь, как угодно. Но главное, что должны быть тут объятия. Я тебе скажу более того. Чем больше мы будем приближаться друг к другу, тем будет тяжелее. Ведь сказано, каждый, кто больше товарища, его злое начало еще больше. И тогда будет намного тяжелее приблизиться к товарищу и обняться с ним, привязать себя к нему. И что поделать? Так, а как это преодолеть? Как одолеть этот страх, не обидеть товарища? Через то, что понимаем между собой. Мы понимаем, что нет выбора, нет другого пути. Я обязан быть соединен с ними, с товарищами, все больше и больше раскрывать сердце, раскрывать себя и как можно больше приближаться к ним. Только таким образом я приближаюсь к Творцу. Может быть, мне кажется, что есть еще пути, но это неверно. Я должен действовать только так, через сердце. Открой свое сердце товарищам, и это очень сложно, это требует многие годы, но только так ты придешь к Творцу. Он пройдет в твое сердце, войдет в него, и тогда тебе гарантировано доброе будущее. То есть в смысле отдачи.